Оль, иди туда. Тебе потом кушать нужно. Да я заматываю. На следующий? Хорошо вам на следующий? Какой опасности нет. Не попросил. И дали вам это. Сказать, как это все делалось. Напитки хорошо. Все желающие спасения здесь, в трапезной. Остальные там, за бортом. Штробы делаем. Молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни, и все исполняя, сокровище благих, и жизнеподателю, приди, вселися в ны, и очисти мы от всяких скверны. И спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Сохрани нас в истине Твоей, Господи. Дай нам достойно пройти поприще Святого Великого Поста и достойно встретить светлый праздник Святого Воскресения Христова. Без славы ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Праздником всех, братья и сестры. Спасибо, Христос. С воскресным днем, с продолжением Великого Поприща, Великого Поста. Радостно видеть такой кворум. Да. Несмотря на то, что батюшки нет, здесь вот присутствует большая часть, во всяком случае, большая часть нашей общины. Слава Христу! Аллилуйя! Ну, как всегда, о болящих. Болящие. Игорь у нас Третьяков. И Ваня ногу разбил себе. Упал? Упал. И клюшка получилась. Сломала или что? Или ушиб? Нет, там ушиб, но сильный ушиб. Синяк большой и отекла нога. Прям на коньках? На коньках. Ну и путешествующие слышали уже. Да, путешествующие, да. Виктор и Лариса. Остальные все также в том же. А болящих Маргарита очень сильно
страдает, не спит ночами. Что у нее после ушиба сильно болит? Помолитесь, чтобы лучше делать. Да ну уже теперь недели три. Ну, а Сергий, братья нашим из Воронежа, его маме всегда помните, несите на крыльях молитвы. Вот. Значит, еще прошу помолиться о Никите, сыне моем. Ну, сегодня его нет. Не знаю, сколько там уважительная причина. Хочу вас попросить помолиться, чтобы Господь сподобил ему найти работу. Он инженер, инженерная работа, мастер или прораб. Но везде требуется стаж не менее 3 лет. У него вот этот вот там на космодроме Восточном проработал год, практически без зарплаты. И судился, ну, присудили, что нужно выполнить, но там их сколько, сотни там это, в этой фирме, таких, которые судились тоже. Поэтому, ну, ходит за... Это сейчас там про них и говорится, что там миллиарды наворованы. Да. Вот. Ну и вот пока не может найти работу без работы. Инженер-строитель, да. Он инженер-строитель. Ну вот, теперь о насущном, да, души. Сегодняшнее толкование, сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 43 по 45 стихи. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Толкование. Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к нему. Как и Клеопа со спутником говорят: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами по дороге?» Евангелие от Луки 24:32. Так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел его, тотчас убедился и говорит: «Мы нашли Иисуса». А это показывает, что он искал его. Сей город был небольшой и приличнее мог быть назван деревней. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избрал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его Назарянином, хотя он, собственно, был вифлеемлянин, потому что родился в Вифлееме, а воспитывался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называет его Назарянином, как воспитавшегося в Назарете. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 по 48 стихи. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя». Толкование. Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писания, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?»
Филипп говорит: «Пойди и посмотри, зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей». Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его, ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницей. Однако же Христос, не быв там, знал все, почему и говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницей». Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Евангелие от Иоанна 49:51. Нафанаил отвечает ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». Толкование. Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его сила более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедовал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израиля. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не назвал бы его царем Израиля, но царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению, достойному его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого». «Принимай, говорит, меня не за простого человека, но за владыку ангелов. Ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при вознесении. Ибо как пророчествует Лука, и перед страданиями ангел с неба укреплял его». И при гробе явился ангел, и при вознесении. Евангелие от Луки 22:43, 24:4, 23, Деяния 1:10. Господу нашему слава, веки аминь. Аминь. Слава тебе, Господи. Хочу напомнить выражение из Библии. Жены ваши в храмах замолчат. Но о мужах уже и говорить не надо. Подавно, значит, должны молчать. Ну, выполняем мы это или нет, а? Или нарушаем? И нарушаем очень часто. Я хочу посоветоваться. Вот там поставили воду освященную, в этом, прямо в храме. И вот эта колгота вокруг этого сосуда с водой гремит
разговаривать, значит, надо как-то это решить вопрос. Либо оттуда убрать, либо набирать, только вот попросили брата, брат пошел, налил. Ну так и было всегда. Всегда так было. Молча-то с ним не можем налить, сестры. Если сестры, ну зачем вы молча делаете это? Нет, не сразу. Нет? Надо вторую, третью, надо четвертую. И все-таки проносим мы туда вот шуршащие там пакеты эти вот полиэтиленовые всякие там вещи. Ну, уже об этом говорено не один раз. Давайте будем соблюдать то, что мы установили и приняли давно. Сейчас смотрю на детей. Брат читал толкование на Святое Евангелие. Кто засыпает, кто безразлично смотрит сквозь, кого-то тяготит это. Давайте будем крепче молиться о наших детях, чтобы Господь все-таки даровал ему желание познать Слово Божие и иметь страх Божий от этого Слова. Иначе наше хождение, наши дети будут в никуда. И не забываем о собственном примере. Это однозначно, конечно. Прежде всего. Ибо дети всегда учатся по подражанию, по принципу подражания. Как родители, так... Я уже говорил о том, что согрешил один раз, и теперь это будет иметь продолжение. Сдернул один раз с дочери, побоялся окружающих, платок. Теперь для нее платок тяготит. И теперь уже продолжение во внучке это будет иметь. Так что, вот, правильно говорит Александр, что нужно показывать собственный пример детям, чтобы они это видели, крепость нашу, веру, и тогда они будут ближе, крепкие и верные Богу. Можно? Да. Про детей хотел еще сказать. Провожал родителей, были там в Черепановом, вот, с братом Владимиром, и зашли... Там надо было дождаться электричку на станцию, вокзал. И там, оказывается, ехали много детей очень. Мальчики, девочки, где-то 12 лет, 8-12, да и 9-12, вот так где-то. Я зашел сначала, ничего я не увидал, что там это у них какие-то спортивные эти классы или что, я не понял. Я думал, ну детей везут просто. И девочки маленькие, ну 11 лет, наверное, 10, сидят в карты, режутся по полной программе. Сели друг против дружки, а я только обратил внимание, почему. Одна бьет это картой, вот так вот, другие-то, и такая, Господи Боже мой, опять, Господи Боже мой. Я, ну что там такое, раз меня переклинило, я тут сразу начал им свидетельствовать о Христе, о том, чем они играют, масонские игрища эти все. А смотрю, там мужики такие стоят, таксисты, такие руки в карманах, ну таксисты, знаете их все, да, такие с пузами. Куртки это и такие все морды у них, лица такие суровые, готовы тебя сейчас приговорить к чему-то. И на меня пальцем это, и на меня вот так головой кивают, и так вот рукой на меня показывают. Я, ну, посмотрел, думаю, ну, мужики заинтересовались, думаю, интересно, услышали о Христе, наверное, не понять не могу. Ну, стоят, там человек шесть их. Потом дальше продолжение. А, подошел тут к нам парень, оказался не еретик даже, а, знаете... Он называется старовером, а на самом деле не старовер, а неоязычник. И настоящий язычник. Веды какие-то, славянские боги, волхвы наши, сибирские, которые научили Иисуса Христа правильной вере. Ну, в общем, такую там галиматью. Я пока за него заинтересовался, засмотрелся, заслушался, как говорится. Думаю, что он говорит, понять не могу. Не встреч... Редко таких этих бестолковых встречаешь людей. И... Смотрю, а девчата-то эти уже там сидят, что-то там, ну, переговариваются, там играют, что-то там так уже, без карт. Я говорю, о, вы карты бросили, так обрадовался. Говорю, молодцы, а рядом бабушки какие-то сидят около них, там же много этих скамеек. Я поворачиваюсь к бабушкам, говорю, вот правильно, вот так детей надо воспитывать. Сразу замечание сделали, сразу бросили в карты играть. Вы им там еще скажите, дом это все. Ну и такое... Ну, да. Привечаю. Я говорю, а за это мы, я вам Евангелие подарю. Можно подарить Евангелие? Бабки сидят, молчат. Я думаю, значит, можно. Двойши, девчонки. Подарил Евангелие одна, другая, четверо там взяли или пятеро.
Я смотрю, что-то девчонок-то больше стало. Я думаю, вот сколько детей-то здесь много. И только я дал, сел вот так, смотрю, а эти мужики один вот так прям меня вот так пальцем показывает. Я думаю, ну таксисты просто, я удивлен. Ну как заинтересован это Евангелием. И вон тот мужик, вон тот раздает. Я такой, Володя, дай-ка еще Евангелие приготовиться, чтобы... Вижу, один ринулся. Да мне что эти книжечки, мне что это, подходит такой, мне зачем эти книжечки? Я смотрю, до меня начинает доходить. Ну, не совсем же дурак. Ага, это я куда-то попал. И он берет эти, собирает у них Евангелие там, два Евангелия забрал. И мне такой передает, заберите-ка это. Я такой, ну понятно, ладно, давайте, забрал Евангелие. Я говорю, ну в принципе я подарил, так что девочки могут оставить. Он, а что это оставить? Мне это зачем? Это мой класс. Я думаю, вот это я приплыл. Оказывается, бабушки эти вообще ни при чем. Оказывается, я туда смотрю, на этих-то, а там еще за этими тренерами, там еще пацанята маленькие бегают. Я понял, что это тренеры их не такие, которые похожи на таксистов. И мне так грустно стало, я думаю, это наши дети учатся среди вот этой всей. Они же в карты в 11, они в карты по полной. Это вы представляете, что они там без взрослых делают, если они в карты режутся. А мы-то ничего это не знаем. Вот сидят они такие миленькие, хорошие, пушистые, ласковые иногда. Ну только иногда глаза помороженные, как у рыбы после морозилки. Ну, я что могу сделать? И я сразу о наших детях подумал. Думаю, ну кошмар, надо обязательно будет сказать родителям, узнать, играют в карты наши дети или нет. Нет, конечно. Да кто знает-то, конечно. Василий вчера он высказал мысль мне. Говорит, ну и что, что... Это там вы меня воспитываете. Вы отвернулись, а я опять тот же. Поперек вам все буду делать. Назло вам буду все делать. Где ты там, Василий? Говорил ты это, нет? Говорил. Вот так. Молодец, хоть не отрицает. Вот так, вот так. Так ему 71 год. А здесь 11 лет, 12. Кто их там знает, что у них в голове? Артисты настоящие, да. То есть сыграют тебе так, покажут, что прям они самые благочестивые, как Нерон. Сам мать зарезал, приказал ее убить. Так что, ну вот я хотел вот это вот слово сказать. Наши дети не играют в карты. Да. Ну смотрят, очень любят смотреть. И вообще, мы вот Венечке сегодня споем многое лето, потому что у нее на прошедшей неделе был день рождения. Енафи. Ну да, тут такое имя надо петь обязательно. Да. Его не встретишь нигде. Вчера 46 лет Сергею Козлову. Попутно, чтобы знать. А то он пропоет. Еще кто? У кого? У Агафьи Третьяковой. У Агафьи Третьяковой. Так что вот так у нас три. Три, да. Три, давайте. Агафьи, Енафи и Сергею. Сергею. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Что касается Сергия из Воронежа, брата нашего, дорогого и любимого брата, то вот многое лето, вы знаете как, многое лето, когда он лежит в прикованной постели, то знаете, это многое лето, не знаю, я вот страшно мне даже произносить эти слова, потому что да, сподобит его Господь перенести все эти мучения и обрести вечную блаженную жизнь. Да. Виктор Андреевич, я хотел в утешение вам сказать, что когда вот я, допустим, пою многое лето, я толкования точного не знаю, я... Царство Небесное имею в виду. Вообще, чтобы продолжилось и жизнь здесь, и там, потому что сколько там нам... Все правильно, брат, потому что если только мы в этой жизни надеемся на Христа, да, то мы несчастнее всех человек. Аминь. Конечно. Еще у кого есть слово? Да. Да. У меня небольшой отчет по поступлениям пожертвований на копилку.
на лечение, вернее, фонд нашей дорогой Насти. Да. Сердечно благодарю тех, которые помогают, подходят, дают. Все это складывается, копится, тратится с благословения Виктора Андреевича. Вы все это знаете. Никуда не уходят ваши деньги ни налево, ни направо. Вот. Были поступления от Галины Борисовны. Спаси вас, Христос. От Ирины Ивановны. Ее семьей я записала. Галины Борисовны не знаю, семью Ирины Ивановны знаю. Записала. Еще были два поступления на телефон. Мне, конечно, это не очень удобно. Ну, тем не менее, были-были, я вложу свои, а те останутся у меня на телефоне. Два поступления было на этой неделе. Спасибо, Христос, низкий вам поклон. Насте, пожалуйста, передайте. Может, надо еще раз? Насте, передайте эти имена, я записала молитву. Ну, Анастасию помните всегда, нашу сестру. Тоже молитесь о ней. Сегодня вроде как вот здесь, а завтра, а может и сегодня опять лежит Лёшку. Так что всегда молитесь и помните о ней. Да. А если кто-то хочет помочь, кроме лечения, вот эта копилка, сюда вложите ей, и Людмила Степановна ей передает. Потому что знаете ситуацию с ее мужем, с ее Андреем, у которого, который паспорт потерял, у которого кредит просроченный оказался. Ну, сейчас уже, наконец, записался на получение нового. Он скрывал это долго, потом получила, она дала со своей. Они оба как бы пенсионеры, тот инвалид и этот инвалид, живут на две пенсии. Она со своей пенсии ему еще деньги дала, чтобы он шел, пошлину жена заплатить. А он ее в очередной раз пропил, потом еще раз, еще. Но вот сейчас он наконец-то подал документы. Настя, может, наконец-то дала денег, сколько надо. Ну, в общем, такая ситуация, что паспорт он потерял еще до Нового года. Приблизительно за две недели до Нового года, приблизительно. Вот, ну и вы же знаете, что сейчас постоянно говорят, что по потерянному паспорту и кредит оформляют. Я его говорю, давай быстрее, говорю, хоть заявление в милицию запиши. Уходит, приходит никакой. Я говорю, ну что записал? Нормально, все нормально. Что нормально? Все нормально. Я говорю, ну давай, говорит, нет, подождем, вдруг кто-нибудь вернет. Нету, иди оформляй. Приходит, оформлял, нет, не дошел. Я говорю, почему? Ну вот сказали, надо вот это, вот это, вот это. В общем, короче говоря, в конце концов, после, по-моему, второго раза, я уже сама нашла, как заплатить, дала ему только в руки чек, нашла где, записала его по телефону. Не пришел. Не пошел? Не пошел. Опять позвонила, опять записала. У нас как раз в иммиграционной службе нужно позвонить и записаться на время какое-то и прийти снова. Вот он наконец-то, слава Господу, подал эти документы. 2 марта он должен забрать паспорт. Ну еще хочу сказать, благодарю вас за молитву и за Андрея, потому что вот канон Андрея Крицкого мы считали дома. Андрей был рядом. Слава Богу. 23 февраля Андрей был трезвый. Слава тебе, Господи. Хотя работа у него там работают мужики. Наверняка поставили трезвый. Господи, помоги ему. Вот такие вот у нас дела. Ну, он был накануне в этом... На прощенном воскресенье он был в храме. В Покровском, да. Вот, подходил ко мне и к нашим братьям подходил тоже. Да. Еще благодарю всех за молитвы, потому что действительно... Вот, дня три мне было очень-очень плохо. Сегодня слава Христу на ногах. По молитвам по вашим. Аллилуйя. Ну еще вот в то же прощенное воскресенье подошел Стас Малютин. Да, Стас Малютин, он был, да. Это что? Да, но у него там не все благополучно под крышей, что называется. Вот, ездил он куда-то там в Среднюю Азию, что-то там женщины, говорит, меня все обманули, что-то мне сделали, я тут вот, наверное, уже в этом году я уже умру, все плохо у меня, инсульт, в то же время да, какой-то инсульт толковал, но никакого инсульта, естественно, наверняка не было, потому что это было бы видно уже по его поведению, по внешности. Вот. Одним словом, вот если кто помнит его и расположен, помолитесь, чтобы Господь помог ему выйти из этого состояния. Он собирался прийти к Игнатию Тихоновичу побеседовать, не знаю, было ли нет, звонил ли нет. Про мать он не рассказывал. Он стихотворение собачки написал. Сказал, что если хотите, я передам
поклон, привет от маме и там. Отец у них там, как вроде, я не знаю, наверное, он на иждивении жены. А Веня говорит, выше меня, и там что-то 90 или 80 килограмм там. Это Венечка такой, да, помните этого Венечку? Это Стаса Костя тогда подходил. Нет, Стас. Высокий. Да, Стас. Стас. А Костя, он живет в квартире матери, а Костя где-то живет в другом месте. В общем, они между собой не общаются практически. А бабушка жива? Бабадина. Не знаю, не знаю. Ну вот так, чтобы вспомните о Стасе и вообще о семье Малютиных. Она там работает техничкой. Вот. Кристина ищет себе спутника, но пока не нашла. Да, там одни мусульмане. Вот так. Еще у кого есть слово, просьба, пожелание? Игнат Тихонович, вам слово. Я пройдусь по тому, что говорили. Сергею Козлову вчера я написал, что помню, молимся, он ответил очень тепло. Наш дорогой, любимый брат от матери, от всех. Конечно, это подвиг в таком состоянии. Такой трезвый разум, 14 лет, не шевелится, ни что, только плечевой сустав, а пальцы вот так вот все скнет, и он на мышке работает, и он столько знает всего. Я первый раз даже слышу, что в таком состоянии люди могут сохранить себя как личность. И все новое узнают, и по интернету он столько знает. Я тут своим даже программистом просил одно дело, там роботы меня забивают, потом еще какое-то дело. И там другие у меня знакомые, и не могли сделать. Он сделал. Вот что значит, когда человек старается, развивается. И он в такие вопросы входит. К нему столько людей приходит, новые ролики, ну, о Боге, о вечности. Там, и он обладает всеми качествами учителя. И этот человек 14 лет, теперь уже, наверное, скоро 15 будет, прикованный, совершенно недвижимый. 7 позвонков, когда он нырнул, ударился об бревно, и 7 позвонков в дребезги. А когда люди не знали, стали делать искусственное дыхание, он будет 10, что ли, минут под водой только был. Ну, кто-то проходил мимо, говорит, ну, хоть попробуйте делать. А там раздробленное стало двигаться и перерезало этот столб с нервами. Так что всем нам это пример. Тут сейчас много вопросов задают выборы. Кажется, 18 марта выборы президента Российской Федерации. А за кого? Вот сегодня ночью у меня... Ну, кто их знает, кто спрашивает. Я не голосую никогда. Никогда. А кого? Это все игра. Пример. Избирает президента, а Рональд Рейган думал, что его. А там у них мальчишник называется, все миллиардеры, мальчишник. Ну, они тоже решили, ну, ты будешь. Ну, ладно, Никсон будет... А он подошел, отошел, как печально, он подошел, главное, похлопал по плечу Рони. Не обижайся, следующий ты. А там будут еще синие, красные огоньки загораться, какой штат за кого. А еще только нового избрали, а уже через одного знают, кто будет. Его избрали. Это все игра. Сколько раз говорили, там сбрасывают, когда там приходят, а под полой у него пачки неразвернутых этих бюллетеней скидывают. Да и при том... Мы знаем кое-что историю. Кто там сегодня Грудинина Павла, коммунисты рекламируют. Коммунистам можно было не голосовать, если Нюрнбергский процесс прошел бы. А они натворили зла в сотни раз больше, чем фашизм. Фашизм захватывал чужие территории. Там, а это своих всех уничтожал. Класс за классом вырезал. Интеллигенцию, там, офицерство, дворянство, священство. Это Гитлер даже в уме не имел, что они делали. И за них голосовать, это надо быть совершенно никаким. Внукам оставить снова здесь ГУЛАГ. Это я просто об одном человеке говорю, из той партии где-то. А здесь только молиться. И люди рассуждают так. Раньше было, во времена Хрущева, что если человек не соглашается с курсом партии, Хрущев однажды сказал, у нас нет политзаключенных, у нас есть больные. И как кто выступал против строя, его в дурдом туда зачисляли. Петр Григоренко, генерал, выступил сразу же, оттуда забрали в дурдом.
Меня 26 лет они пытали, 26 лет, не поступить нигде. А поставили печать, никуда не выйдешь, ничего, вяло текущая шизофрения. А когда закончилась перестройка, злоупотребление советской психиатрии, как вы это все могли вынести? Ну, когда-то пытали меня, там навешивали, там разные вгоняли составы, выкручивали. А потом просто на работу не принимали, нигде гоняли, социальные лестницы-то. Я благодарен Богу, если бы не это, где бы я был? Меня вот этим Бог защитил. Теперь я это все увидел. Тогда было, кто не согласен с существующим строем, того, значит, в дурдом. А сегодня говорят, кто согласен с существующим строем, того в дурдом. И этих трогать не надо, которые были. Они уже за это время там разные Сердюковы наворовали миллиарды. А эти новые придут, хапуги, они будут с горла. ЖКХ еще раз в 5 увеличат и всем достанется. Это люди говорят так. Я не мерил, не знаю, но согласен с этим. И поэтому только молиться. Выбирает Бог. Кого? Какой был Саул? Какой Давид? Кто избирал? Бог. Первый царь. И Бог избрал. Но этим они огорчили Бога. Они избирают человека, меня отвергли, говорит Господь. Меня отвергли. А если бы все молились, никто не пошел на выборы? А не знаем. Мы знаем, что выбирает, и все не тот. Хорошая колода была, и вытащит обязательно дурное. О выборах. Молиться. У нас самое большое происшествие на этой неделе было. У нас котенок, палевого цвета, Паля звать, внезапно заболел. И заболел необычно, как на одном месте, поворачивается, глаза расширенные. И вчера вот Настя Дробот приехала с Инафой. Они посмотрели, думали, я нашел в интернете, все похоже, клещи какие-то в ухе заводятся, а там сильно текло. Ну, она перекись водорода обработала. А может, она ударилась головой, я говорю, да где это убийца-то? Ну, потом одумался, когда Настя ушла, Анастасия, это я стал думать, еще так высоко бегают кошки друг за другом. С налету могла и стукнуть, и у ней воспаление мозга. Но она пришла уколы делать, там расширение сосудов, там все, и сегодня опять сделала так. Мы с детьми сегодня, я был здесь, помолились. Дети ее любили, она умная такая кошонка, там 8 месяцев, наверное, ей. Тут будете, у кого дети есть, пусть помолятся. Это не просто игрушка, а один из элементов воспитания. Я тут задавал вопрос одному человеку, скажи, а ты хозяин, ну, внезапно вернулся с работы, и у тебя кошка болеет или собака. Что бы ты сделал? Ну, не знает, что. Я отвечаю. И первым делом у нас какая-то тут вот здесь компания ветеринарная, я пошел. А они, ни одного ветеринара нет, они только бумажки там пишут. А к ним приезжают лекарства покупать со всего края. А может даже из других мест. Вот рядом, через дорогу. Компания. Не компания, а компания. Компания. Это военная какая-то операция. Одна буква меняет все. Ну что, поговорил, а потом давай звонить. Ну, Анастасия вот приехала. И пока улучшения как будто нет, но она говорит, будто бы есть. Так. Обвиняют Сергея Пупкова в грубом обращении вот с Василием Николаевичем Черепановым. И в интернете выставляют все. Но, когда его отвезли домой, тише накал. А теперь, когда увидели, что Василий сидит, поет, и голос у него хороший. Вот это Сергей. То есть он, Сергей, как, который книжник, выносит старое и новое, когда приходит к Царству Небесному-то. Дальше он его учит. А Василий записался там в клуб молодых дрессировщиков. И с собакой там занимается. И везде он его тащит, там расклеивать объявления. Дальше Василий лезет там на дерево. Там каждый день. Это самый популярный из 10 роликов, я каждый день 10 выставляю. Самый популярный. И жду дальше. Вот это теперь по-другому. Так он хитрюга какой. Василий-то оказался-то. А Сергея обвиняли. А теперь полностью все за Сергея. Ни одного, вчера ни одного обвинения в Сергея нет, а только на Василия. Ну надо же, и есть таланты, он ленивый, так а почему же, как он нас всех обманул-то, Василий-то этот-то? Я не знаю, хотел ли он обмануть, но навык жизни это, конечно, что-то значит. И здорово, конечно. Так и думали, Василий голову никогда не поднимет. Нет, он его даже на исповедь подвиг. Самый большой подвиг это то, что сходил на исповедь. Вот говорили, я видел тебя под смоковницей. Есть такое объяснение одно, где под смоковницей. Когда Ирод дал указание до 2 лет всех младенцев вырезать, убить, то это не означало, что битва кончилась, порезали, ну, как сегодня говорят, там сколько там тысяч, было или не было столько тысяч, там 11. Но
клеймо оставалось. Рожденные в таком-то году, если они появлялись где-то уже в зрелом возрасте, они подлежали уничтожению. Это Климов об этом пишет очень подробно, почему Сталин вырезал, кого арестовал, а всех и жена, и все шли как сообщники, хотя они ничего не знали. Так вот, его спрятали где-то под смоковницей. Какой-то схрон свой был, тайный-то. Его не нашли. И об этом ни один не знал, никто. А Господь сказал, а я видел тебя под смоковницей-то. Он, может быть, даже сказал бы, Господи, вслух-то не надо говорить, ну уж никто не догадается. То есть, вот такое воображение. А что-то, а разве можно воображать? Можно. Ныне будешь со мной в раю. Ну, будешь, будешь, Златоуст говорит. И так он первый. Кто? Разбойник. Следующие за ним входят, которые тут умирали. А как ты попал сюда? Не наворовался там, первый пришел, никого дома нет. Воровать пришел, Златоуст так разыгрывает эту сцену. Просто шикарно. А почему? Воображение. Вот возьмите, сын человеческий, Александр Мень, когда описывает обыкновенные слова, или там доктор Мартенсен описывает, так Златоуст, он описывает, какая была погода в то время, какие были люди, какие земли, какие они женоненавистные были египтяне, почему он отказался, что это сестра, не жена, его обвиняют, дескать, за счет жены теперь евреи продвигаются. Все не так выглядит. Даже если бы он был муж, известен как муж, его бы убили, говорит, и все. А тут Бог взялся за дело. Так что никогда не суди, чего не знаешь. Вот это немножко про смоковницу. Я говорил, чтобы молились о Владимире из города Болгар, Головин, и об отце Глебе Грозовском. 14 лет накрыли. Но он не унывает, показано молится, и, дескать, еще впереди там будут выше подавать. Но выше, как правило... Ну, там немножко что-то где-то. Квачкова Владимира Васильевича осудили и сидит на коечке там. И этот тоже. И при том, тому уважение, это будет позор. Если его в общий лагерь отправляют, не в общий, а строгий, его ждет очень тяжелое и самое тяжелое. То есть их насилуют этих, опускают, как называется, опущенные преступники, сами преступники. Но вот этих педофилов они ненавидят. Не знаю. Поэтому о нем просто молиться надо. Меня даже добивается, ну а вы хоть шепотом скажите, вы верите, что он это сделал? Откуда я знаю? Это грех тайный, мы не знаем. А ну, если узнаете, мое отношение изменяется, человеку тяжело, я должен быть сострадатель. Ничего не было. А уже патриархия сказала, будто бы, я верю в это, как только суд вынесет решение, снимают с него сан. Ну это вообще никуда не годится. Лжесвидетели, безбожники, да не осудили Сусану, читай там 13 глава Даниила-то. Ну, судит, как не верить им? И только Даниил закричал, не виновен я в крови. Это вы все это делаете. Скопища разбойников, как говорится, и священники, и судьи. И поэтому, а как? Никак не трогать. Бог усмотрит. Вот здесь на Алтайском крае был такой священник Олег, и он был замешан в это время. И отсидел 8 лет, кажется, не 14, и вернулся. И что интересно, его никто не знает. Он нормально идет по улице. Малые дети играют, увидели, он идет, одетый прилично, хватает грязь, в него песок все кидают. Необъяснимое. И он это понимал, так мне и надо. И принес книги здесь, в Покровском соборе, ну, их там разложил на столе, там брали, кто хотел, священнические, видно, я не видел как. И пошел и удавился. Поэтому сан не снимается, когда не доказано. Срок отсидит, и он вернется и может быть священником. Кажется, после этого еще лет 12 не имеет права заниматься с детьми. Тут я, мое личное мнение, тут я определенно уже говорю, что это сверх нормы, которая есть. Сейчас, сегодня за убийство больше 7 лет не дают. А здесь неизвестно, через 2 года что-то говорит. Большие, я думаю, большие деньги там есть закручены, там взятки дали каждому миллионов по 30, и все на этом заглохло. 2 показания, они это вернут деньги. Сегодня мне ночью один звонит, кто-то. Ну, я встал 12:30, я уже не ложусь. Это с интернетом столько у меня, каждый день. Звонок. Я не открываю телефон, откроешь тогда только можно. Все-таки отошел в сторонку, шепотом открыл. Кто такой? Да вы кто так, не открываете? Голос такой, хриплый. Я говорю, а кто вы, откуда? Вам какое дело? Вы тот-то? Я не буду говорить, пока не скажете. Я в Германии. Я очень хорошо тут...
заработал у меня, миллионер, не знаю, куда деньги девать, я решил для вас сделать-то. Мне разницы нет, 5 миллионов евро там или 50. Ну, я понял, жулик из-за забора. Я тогда выключил, больше не стал звонить. Я говорю, все спят, тихо, не кричите. То есть искушают этими миллионами. Представь, 50 миллионов евро. Да я бы Игорю тут и комбайн купил, барабашу, главное, комбайн новейшей марки. Ну и дорогу проложили бы, и учителям бы накинул денег тут. И домов понастроили, у нас сразу... Ну тут явно что, знать меня не знают, и такой голос прокуренный. Нет, не хочу. Перепрыгнули через кучу золота. Да, может быть. Два брата, и они решили, там Симеон и Иоанн, в разные стороны разойдемся. Ну и разошлись, вот видит, мой брат пошел подвязаться в пустыню, а я здесь глядит, он, брат что-то тихо идет, он издалека наблюдает, а там на другом холме. И вдруг как прыгнул и побежал. Он думает, а что это такое? Ну скрылся за холмом, он сам пошел, смотрит, а там действительно большая корчага с золотом. Да как так-то? Он это золото взял, перетащил, все, нашел хороших экономов, прорабов нанял, верующих там построили для детей беспризорных, все поднял, там место вся оживилось. Но потом пришел домой, стал молиться, а ангела нет, всегда видел ангела. А потом ангел явился, говорит, прыжок твоего брата стоит дороже, чем все, что ты построил. Ну, я не ручаюсь, это в житиях, при том, в житиях святых написано. Почему? Не знаю, разве плохо, что вот он поднял все, как у Виктории Гюго, Жан Вальжан в «Отверженных». Вся местность ожила он. Производство дал, как Иоанн Кронштадтский, давал таким бомжам работать, чтобы вся местность освещается. Ну, не знаю, не могу судить. Я слушаю, выступает Осипов Алексей Ильич, и написано, в церкви работают бесы. Ну, интересно такое, за заголовок-то. Я стал считать, ну, он говорит о торговле, когда люди молятся, ходят по храму, толкают со свечками. Ну, со свечками действительно. Я ходил тут на почту, и стоит одна бабка, долго не открывает, она увидела, что я с бородой, так, ну, в церковь, терпеть не могу попы. Тут на горе строили, там костей этих, на кладбище, и к храму придвинули кучу костей, да ноги бы не положила, поставила. Но я хожу все-таки, чего, что не так, да хоть свечку поставить. То есть не уверовать, ничего, свечка-то главная фигура, финансовая, моральная, политическая свечка, вонючая, не восковая, добавим. Софинское производство. И выступает кто не главный, говорит, доход миллиарды, не миллионы. Прямо открыто это все написано в патриархии. Так вот, Иосипов говорит, вот приходите в храм, как одетые. Ну, храм может прийти по-хорошему. Ну, правильная мысль, Алексей Ильич, ну, дальше-то никак, сидит, губами пошевелит. Он знает, как профессор-то. Видно, что народу там у него, не видно людей, но много. И приходите, толкаетесь, человек молится, это только бесы делают. Свечку поставить, приди раньше поставь, приди там позже, но не сейчас. Все правильно, ну, сделай хоть одну общину-то, создай. Нет. Нигде, вон и не попытаются, сметут. У нас сколько было таких священников, вот сейчас фильм хороший поставили, там, кажется, о любви, или как называется, Юревич Арсений. Свидетельство о любви. Вот видите, у него построен самый большой храм тут в Сибири. Ученик обратился через отца Геннадия Фаста. И был у нас здесь, все сфотографировал, дети у него были в лагере. Ну, а сделать что? А сделать нет. Храм строй, но внутри вот этот порядок никак. Свои же попы вокруг поднялись, говорю, зарубили. Как мочили бы, так и будут мочить. Торговали, будут торговать. Миллионы, да, но они не перестанут. Это их сущность торгашеская. Дом молитвы мой, Господь говорит, а торговля, а вы сделали, вы его. Сколько храмов сегодня, которые построили и сделали вертепами разбойников. Осипов это знает? Знает. Ну, посмотри, когда мы выставляем вот это, как одеты наши сестры. Ну, да, у вас одеты, как лидер, так благочестиво, мусульмане, все с бородами. Да, но все крещеные, в полное погружение, все до единого. Ну, покажите еще одну общину в России. Нет. А попытки были, мне сообщают, мы все пытались, поднялись, как священники вокруг. Какие-то каноны придумали, это не догматы. Каноны это когда-то были, то есть умышленно учат людей, каноны не нужны. Да кто-то и православия нет никакого. 7 вселенских соборов, 9 поместных по боку. Книга правил не нужна. Прямо учат так людей. Это мне с Украины Сергей Игнатов, он приезжал, у нас был Сергей Егорович, и он подходит, написал эти каноны, которые нарушаются, и он уже отвергли, ты что придумываешь тут?
Мне священники сказали, да если я буду выполнять, да никого в храме не будет. А зачем они нужны, люди, торгаши? Это несовместимо. Мамона и Бог несовместимы. Господь сказал, нельзя совместить. Они этого не понимают. А как? Мы судили об этом, рассуждали. Геннадий Фас был тогда, и отец Ахим приедет. Станем в Покровском соборе, стоим у дверей. Господи, ну как навести порядок? Никак, только уходить. А куда уходить? Во двор, никуда-то, не из патриархии. А храм на замок. И 3 месяца учить ее, объявление вывешивать. А потом заново сдавать экзамены, тогда заходить. Оглашение, пройти оглашение. И что, пошли на это? Нет. Помню, когда они организовали здесь курсы оглашения, Войтович был главный, тогда с Николай-то, его многие знают. Он тут всю жизнь прожил, белорус. И говорит, пришел, он так мне улыбку сдержать не может. Он против. Но проголосовали, епископ, там, митрополит сказали, надо. Он сделал, Игнатий, а ведь только 3 человека пришло. И веселые, и радостные. Я потом пришел, Игнатий, а больше никто не пришел. А сейчас говорят, вот Михаил Кальмаев и прочее, когда открыли двери в храм, стали люди искать везде. Этот момент единственный для православной церкви был. Нет никого. Я перечисляю. Все здесь институты, все техникумы, 13 школ, все отделы милиции, воинские части, заводы, фабрики. Мне везде, 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 везде пришлось проповедовать. Тюрьмы, лагеря. Нет места. Я приходил домой через порог, запнулся, упал и уснул. И везде приходил полные рюкзаки Библии, Евангелия приносил в то время. И сейчас говорят, да как это можно было? Бог! Моего там ничего нету. Это невозможно. Это благодать Божия. Почему же вы не делали-то? А сегодня хватились. Патриарх приехал из Востока и говорит, духовное состояние развалины. Я думаю, добавляй-то, и ты не без вины. Почему же вы не шли к народу? Почему не учили? А теперь называют там, меня называют там Кураев, сейчас еще идут. Это самый великий миссионер 20-го столетия. Ничего у меня нет, у меня ни образования, ничего нету. Я просто люблю Бога, люблю Библию и людей. Больше ничего нету. Ну вот сейчас выступает один там, его Евгений Торопко из Иерусалима. Ну, родился там, где был, среди сектантов православных, нигде определиться не мог. Но один раз, только услышал Лапкина, я все, принял полное крещение сейчас в православной церкви, и там проповедует и свидетельствует. Почему? Вот есть, говорит, дары духа такая-такая. У Лапкина, у него дар быть предверником, отворить двери. Он открыл для меня двери в православие. Вторая, а мы тоже увлечены были, там, мессианские иудеи, то другое. Он для нас открыл дверь, мы всей семьей вашей стали православны. Это только по интернету. Повторяю, не я. Моего ничего здесь нету. А чем ваше влияние, на чем заключается? Не знаю, другой заходит, проповедник, я ставлю проповеди. Вы самый великий проповедник. Да никакой я, на безрыбье и рак рыба. Но Бог там делает немощное, делает сильным. Совершенно, я сам прослушал это, я ничего там не сказал. Ну, как обычно говорю о Боге. Это Бог делает. Это избрание Божие. Я сколько раз говорю, на меня за это нападает. Проси, чтобы Бог дал тебе рождение свыше и водительство Духом Святым. Вот немножко еще Виктору Андреевичу сказать. Когда начинается здесь у нас, заходи там, это твоя работа. Загоняй пока их, проси. Скажи, горько будете раскаиваться, будете искать, не будет этой возможности послушать. Стоят в коридоре, кто-то на кухне, за собой привлекает других, уже жуются. Одни и те же люди. Вы этого не делаете, вам это не нужно. Прийти отметиться или что? Отстоял здесь и... Отстоял и ушел. Дальше-то. Ты должен соответствовать этому. Собрание есть где? Нет. Говорю, схожу, говорит, 20 лет. Никого вышел, все врозь. Я хочу организовать хоть несколько человек. Ну, никого нету. А Александра Чернявская-то пришла, как? Увидела толкуться. Подошла там Третьяков Игорь. А потом через нее и вы пришли. Ведь так? Вот как. То есть надо для Бога. Это нельзя скрыть. Это город на вершине горы. А мы только выходя из Покровского собора, стояли, разговаривали, как пойдем в лес, а да в лес ходили. Там бы были. Чтобы они были здесь. Иначе они ну, никогда не придут. Вот сейчас вы сказали, Игорь Владимирович Дубунов говорил, он спортивный какой-то, может, клуб ехал, класс. Спорт, большой спорт, он вреден
и увечья. Вот парень один тут, Алексей там Черепанов, кажется, фамилия его была. И он прямо здесь же, это Алтайский. Я не знаю, где там был он. Где-то из одной из районов был-то. И прямо во время соревнования, не соревнования, там что-то там было, матч какой-то, и он там умер. Оказалось, чересчур расширенное сердце и прочее. А он такие показания, там шайбы забрасывал, умер. Здесь это Таменки пишут. Отец его сам записал в клуб везде, сам ездит на охоту, учит его. Ну, парень такой, ну, учится слабеньким, прощает ему то другое. И однажды отец что-то его наказал за что-то. Родители уснули, он снял ружье и обоих с матерью застрелил. Застрелил, закрыл, а там в Алтайском крае, тут где-то в Таменке или где-то, я читал в газете в Алтайке, кажется, закрыл одеяло и пошел, и никто ничего не догадался. Он опять же там смеется, бегает, прыгает, спортсмен. Сестра его, старшая, звонит, ответа никуда пришла, никого нигде нет. Подошла, когда дернула-то убитый, ну его взяли, что там, ну что-то ему. Спортсмен, решил покататься на чужой машине, пошел на берег Оби, стоит палатка. Ружье у дяди взял, зарядил. Как только он вышел, он саду, раз, журналист из Санкт-Петербурга, он его убил. Выскочила жена на выстрел-то, он ее убил. А ребятишек булыжниками обоих. Все скинули, Руслан, Горный Алтай. Теперь уже он, видим, на свободе. 7 лет. 7 лет. 4 человека лишили жизни. 7 лет. А по подозрению, что-то там, что-то было, не было-то, 14. Ну, несоответствие. Я только об этом говорю, о законе, не о том, что правда, неправда. И вот тренер, куда это идет? Просто выйти и гимнастикой позаниматься, ну это хорошо, но лучшая гимнастика – это земные поклоны. Это правда. Я в Америке был, и говорят, тут какой-то у них физиолог такой, из американцев, пришедший в православие, стал исследовать. И говорит, что в человеке сколько есть суставов, вот пальцы, руки, ноги, в земном поклоне участвуют все до одного. В земном поклоне руки, чтобы... до земли, не так растопыри, а вот так вот, 10 заповедей, лбом до них коснись, лбом до земли, колени, и ты уже гимнастикой занимаешься. И сколько? Протопоп Аввакум в день делал 3000 поклонов земных. Ты 1000 сделай, ты увидишь, как уже ни о чем думать неохота. А как жена? Ну, Анастасия Марковна говорит, тоже станет рядом молиться, а еще ребятишки не пищат. Если они не пищат, то можно на свободную. Так вот. Говорили карты сейчас, про карты я по вашему выступлению пройду. У нас отец был маленько верующий, как мать научила какие-то молитвы, за стол садился, молился, и за стола молился. Ну что читал, никто не знает по сей день. Что он читал? Но наказ нам давал. Хочешь курить, сынок, кури. Пить хочешь, пей. Но не играй в карты и не воруй, узнаю, башку отшибу. Мы знали, это не угроза. Это реальность. И мы как огня боялись карт. А он на торфоразработках работал. И там, говорит, играет, играет. А утром иду, говорит, он уже в торф вниз головой. Это не мог рассчитать, его должны убить. И он нам наказал. И мы за завет, как сына Рихау, получили. Отец, помните, Рихау дал за... потомкам своим. Никогда не пейте вина. И живите в сельской местности. И какой он дал ему все там? Не стройте никаких хижин. Ну ничего больше тогда не сказал, не сказал, не сеете ничего. Ну вообще, они скотоводами стали. И когда пришел на Выходоносор, там кто завоевывать, они, у нас ничего нет, они ни в город, никуда, их никто и не тронул нигде. А теперь пошли в пример. Обыкновенный Рихав сказал, дети выполняют, Господь, я день и ночь долблю, а вы меня не слушаете. И Господь им сказал, вы благословенны за то, что заповедь отца приняли. Она не вредная, ну... Вино не запрещено же было. Но они грамма в рот не брали, трезвенники. А в Израиле были многие, которые запивались. А вас Стаси сказали малютень. Он ко мне подходил. То же самое слова о смерти. А можно я к вам приду? Вы разрешите прийти? Я его знаю. Ну, приходи. Но его нету. А его нету. Я еще не знаю, почему. Брат у него, Костя, работать не хочется. Он тоже, как вы показали, кто там это... Там у них есть. Он такой же. Веня. Ну, у отца что-то было с головой. И они там чуть ли не в дурдоме его там держали все это время пока. Это передали нам, но не подтверждено. Но вполне это вероятно. Он тоже занимал деньги. И на меня насели однажды по телефону. Вы когда рассчитываться будете? Кто? Кто вы такие? Ну вы же Малютин? Нет. Ну его знаете.
Он сколько занял денег-то? Счетчик уже включили. Это означает все. Жену из-под тебя вытянут, матрас продадут и прочее. У него это было. Костя, его сын, тоже там, если с кому разговаривает, а сколько он съел, он хвалится этим. И надумал печатать деньги. Деньги печатать. Ну и все, сразу нахлобучили его и все. Вздумал свататься тут за нашу одну сестру-то. Но ясное дело, что это. Вздумал он, Маша там у нас, Плотникова. Ну, отец-то ее отказ дал. Он пистолет достал, приду там всех перестреляю, а Машу заберу. Ну что, смех? Это не смех. Так что, видимо, наследственное что-то тут есть. Идет где-то. Надо быть осторожным и в то же время. А можно ли повлиять? Нельзя. Они у нас были. И она была, их трое, два, и это Кристина. И вот идут взрослые, мы идем с картошки. Они впереди бегут. Раз куда-то в сторону во двор, опять бегут, но с ними никак. И куда-то, я выговорил ему, почему же вот старших-то прячетесь-то? А вот так вся жизнь теперь идет наперекосяк. Вы наоборот ищите общение старших. Вот моя биография, она ну, никакая, ни знатных никого нету. Но мне родители буквально, как говорится, припечатали, нуждающихся научись видеть, сынок. Представьте, семья 10. Человек детей 10. Отец без руки, и он дает обет Богу. Если я пропасу и не потеряется скотина, то одного барана пополам разрублю, половину-то себе, а половину бабушкам тут, которые беспризорные в деревне Потеряевка живут. И мы сами разносили все. И мать каждое воскресенье пироги напечет, а на другом конце деревни. Там бабушка живет, отнеси. Вот это она толкла в нас. И с тех пор у меня любовь к бабушкам. И эти бабушки меня привели к Евангелию. Моряк сошел, иду, бабушка идет с сумками. Раз, поговорит, бабушка, вот где-то молятся. Да вот здесь есть какие-то, это были баптисты. От них тогда дальше все узнал. На чем меня поймал Крещев? На любовь к бабушкам. Ну а теперь уж сам дедушка. А теперь уж столько бабушек, что... Одни бабушки, да. Вот. Так с ними помню. Так сказать, ты как? А так, я любил, и когда обратился уже к Богу, я всех бабушек, там, где находился, всех узнал. Каждый, где помочь, что-то сделать, сбросить, напилить. Пока что не видно. Вот. И здесь бабушки, которые были, делал печи. Я, ну, 35 рублей, если с котлом, а так 30. А сегодня там тысяч, 20 тысяч. И я говорил, деньги не надо, разменяй на по рублю, я около храма раздавай нищим, и простите, чтобы Александр вернулся домой. Никто не знал об Александре Исаевиче Солженицыне. У меня ходатай сколько было, чтобы вернулся. Для тебя просто вернулся. А для меня ответ на молитву Бог услышал и ответил. У меня сотни было ходатаев. И он умер, это не знает. Это только Бог теперь знает. Вот. Но лично у нас еще тут не было. Все у нас хорошо, по милости Божией. Вчера мне звонок. Здесь я стою, и вдруг звонок. Прям перед самым началом. Будьте внимательны, что я сейчас расскажу. Необычный звонок. Человек назвался, может быть, мне не надо было разговаривать, но поговорил. Так, мне Лапкина Игнатия Тихоновича, а вы кто? Ну, мне надо с ним поговорить. Я говорю, вы кто? Меня зовут Александр. Я спрашиваю, откуда вы? Да Барнаул я, из ФСБ. Ага, и тут у нас пошел разговор. Вот, был ли он из ФСБ или нет, ну, кое-что я сказал. Что спрашивали, ответил. Никакого подвоха не вижу где, но звонок, думаю, может еще быть. И чтобы Господь умудрил. Встреча должна быть только личная, когда вы придете с документами и так далее. Я вчера рассказал про Романа, там, про Потеряевского, что, где и как. И... Вы сами смотрите. Мы хотели, чтобы Бог сделал так, но он настолько далеко зашел, выставляет ролики. Игнатий Тихонович Лапкин еретик. Ролик. Другой. Игнатий Тихонович Лапкин лжемиссионер. Это он. Войну объявил. Потеряешь. И приехал. А ему говорят, тебя приняли, накормили, место предоставили, ты работал. Да какая же ты свинья. Кто ты такой с Украины приехал, командуешь ты. Езжай себе там туда, в Хохляндию. Вот. Я говорю, мы хотели, чтобы он и остался здесь. Но сейчас вижу, нет. Я среди недели попросил друзей помолиться, чтобы Господь исторг его из того места, и он по-хорошему уехал. Как бы он чего с собой не сделал, это ну, реально, прям буквально. Он написал там целый трактат против меня, и Марине Сергеевне была у нас с одной рукой. Я дал ей, она по интернету зачитала.
сначала похвалу, а потом начала трясти меня. А потом опять я промолчал целый час, около часа она зачитывала все. А потом все, он взял этот ролик, что она говорила, и навырезал, изрезал его, и вставил так, что будто бы она говорит против меня. 34 минуты она зачитывала. Сделал он? Нет, она зачитывала 34 минуты. 34 минуты? Да. А, ну, я ролик беру, он больше часа получился у нас. Сейчас с чем-то. Так. Ну, вот такое дело. Это недельные наши события. Мы тут договорились и стали молиться. Прошу помочь, чтобы Господь избавил нас от него. Реально. А как это можно ли? Так, святые говорят. Если, говорит, появился там Смутьян, это притча Соломона, везде об этом говорят. Исторгни злой корень, и Павел говорит об этом. После первого-второго вразумления, да будет он как язычник и мытарь, ну и прочее. И Павел говорит, не сообщайтесь, а там никак, он внутри деревни, и ничего нельзя сделать. Чтобы по-хорошему он живой уехал, иначе он что-то сделает. Ему уже там пишут, смотри, ни от кого не принимают, то отравят тебя, то есть они там... Сейчас выставляют уже против него ролики, из его слов, такие, там где-то на подмогу идут люди к вам. А главное, здесь-то собирают данные, мы эту потеряем, куда искать прочее, это найдем, проведем. Ну, это слова. То есть нужна помощь молитвенная. Я говорю о том, что реально уже подошло к этому, мы стали молиться. А остальное Бог усмотрит. Вот все. Спасибо, Христос. Тихоночек мне напомнил, о судьях хотел сказать немного. Да. Игнатию Тихоновичу повезло, что у него были судьи. Но после того, как он был реабилитирован, судебные процессы тут по поводу его издержек, которые были сделаны органами соответствующими, судьи были благосклонны к нему и встречались большей частью хорошие судьи. Однако в настоящее время в этом институте судей большей частью, наверное, все-таки люди, которые думают прежде всего о золотом тельце, о серебролюбии, имея серебролюбие. Они получают приличные деньги, получают много всяких льгот, и кроме того, они все имеют взятки, наверняка. Я судился с ними, имел, так сказать, общение с ними в течение 3 лет, и у меня сложилось впечатление только самое негативное отношение судей. Причем этот институт не подсуден, если можно сказать так. Неприкосновенен, да. Неприкосновенен в том плане, что они не терпят никаких наказаний. Вот он неправильно осудил, ну и что? Ему ничего за это не будет. А вот если врач ошибся во время своих манипуляций, то тут уже... Да. Преступление. Тетрогенное преступление. То есть вот такая вот несправедливость. Но опять же тут у меня такая возникает мысль. Если хотим изменить мир, то надо начинать с себя. Если будем жить все как должно, то и судьи будут такие праведные. Правильные судьи будут. Да. А у меня еще вопрос к Игнатию Тихоновичу. А вам, может быть, и не стоит к этому человеку, который вам звонил, который к вам звонит, прийти навстречу. Как это так? Скажи, чтобы беседа с таким официальным человеком как-то так не может быть по телефону, или может быть такое? По телефону-то может быть. А почему нет? Может по телефону, но навстречу пойдет. Как-то я не знаю, как-то... Ну, конкретно какой-то кабинет, куда-то идти вам, или как? Куда-то вас... Нет. Это он разговаривал очень дружественно и просто предлагал. Ни повестки, ничего нигде у меня нету. Как это вот... Когда он как бы заботится о нас, и поэтому чего ради мне было молчать-то? Ну, поводом для разговора было то, что... Заявление, которое я подал. Все понятно. Ну, по заявлению. Тогда я благодарю, сестра. Можно сказать? Дело-то вот в чем, что когда мы говорим вот о судьях, то здесь университет, вот, есть такой отдел, где учился вот наш брат-то. Ну и им... Юридический факультет. Да, там Сорокин знает его такое, много обо всех этих вождях, Беляев о всех писал. И он говорит, тут провели опрос, там 5-й курс или сколько у них, вот ты будешь судьей. Судьей это будет не каждый. У них приличные оклады, такие пенсии. Меньше 54 тысячи не было 2 года назад пенсии. То есть пенсии большие. Депутат, вот если 5 лет пробыл, пенсия 220 тысяч. Пенсия. Ну, у меня 8-200. Вот.
И вот им задали вопрос, анкета. Вот если вы будете судьей, вот сейчас ваша еще пока не испорченная, еще не судьи, не получаете, ну, знаете, и вам будет такая-то взятка. Где-то я сейчас не могу сказать, но где-то почти 90% ответили, взятку возьму и буду делать так, как за что взял. И весь ответ. Я слышал такой рассказ. Мужик с барином там судился, и, ну, я бы надеялся, что барин тот говорит, я тебе быка дам. Судья-то, ну его в сторону гонят, а мужик пришел, что-то завернутое у него, крестьянин, показывает судья. Судья посмотрел раз, другой, работает на поле, копает, наверное, что-то ценное. И он давай тогда на этого, и выиграл. Посуд подошел, еще ты показывал, то давай, дескать, суд-то в твою сторону теперь. Он говорит, мне бык поперек дороги встал от барина, хорошо, что ты понял его. Он рассказал, булыжник, я тебе башку раскроил бы. Он говорит, хорошо, что в его пользу было. Он ждал золота, а теперь за жизнь рад. Если ты мне не высудил, я-то прав был-то, вот тебе гостиницу я приготовил. Я бы тебе раскроил черепушку-то. Вот так что про судей много что говорится, и в Библии нигде не сказано положительно, только отрицательно. Кладете беззаконие рук ваших на весы. Судьи там все это вечерние волки, до утра не оставляющие ни одной кости. Так что я судился, так что заместитель краевого суда проходил, и говорит, вы, наверное, больше нас знаете столько. 11 лет шел суд только. И Бог давал таких, вот у меня был Константин Владимирович Русаков. Он закончил юридически, там это прочее. На моей стороне был где-то. Так он их резал, этих коммунистов, там громил, там в зале суда-то. Ну и поехал он с какими-то подарками, его снайпер убил в Украине. Да. Я хотел немного сказать Немного. В интернете. Немного, да, чуть-чуть. Вот мы сейчас на новый уровень перешли, вот интернет. Но я смотрел на это все, вот сам участвую в занятиях. Занятия по всему миру там идут и так далее. Ну и есть люди там, вот они молчат, люди. Есть Игнат Тихонович, нету, они практически всегда молчат. Никто не говорит. Там уже Сергей упрашивает, и Игнат Тихонович тоже упрашивает. Ну хоть что-то начните там говорить, хоть какие-то вопросы. Вопросы задают в основном те, которые только новенькие приходят. И вопросы такие они. Не духовные, непонятно о чем, короче, обо всем. Только не те вопросы, которые я всегда слышал здесь, в нашей общине, с самого начала, как я с 95-го года здесь. Ты сейчас говоришь о занятиях по интернету. Да, я вообще говорю обо всем. По скайпу. И главное, что по скайпу. И не только по интернету, я вообще интернетную тему взял. Вот телевизор перед тобой. Вот телевизор и вот общение наше, две вообще разные вещи. Я читаю, о чем они там говорят. Вот эти, которые на занятиях у нас присутствуют уже 3 года. Это, ну я им сказал уже все, это бестолковщина. Вот, постучал, слышно? Это деревянные люди. Они, вот, несмотря на то, что 55 тем там стоит у нас, я думаю, они вообще ничего не читают. Им главное послушать там, как Сергей читает, вот, живую. Сами, наверное, никто ничего не читает. Как Роман Малыш. Где вы его такого достали, понять не могу. Я его один раз первый увидел, вот здесь, когда он на меня пошел, это был 16-й год, это ноябрь, холодно было, идет на меня мужик какой-то и говорит, мир тебе. И я с миром принимаю, сам смотрю, не могу понять, я говорю, а голос такой командный, такой властный голос, я говорю, ты из Устиновых, что ли? Только они так могут разговаривать, ну, здесь, на территории ограды, потому что я знаю немного их, и то, и старообрядцев. Это он, я Роман. Я говорю, ну ты не Устинов, Роман, это точно, я его знаю. Устинова хорошо, мы с ним работали вместе, он так со мной говорить не будет. А он выходит, я Роман Малыш. Я посмотрел на него, говорю, ну и что? А я тебя знаю. Я говорю, ну наверное, ты интернетный, по интернету все знаешь. Ну да, по интернету. Поговорили с ним немножко, я говорю, знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты, говорю, машину-то свою, он говорит, я продать хочу. Я говорю, ты машину не продавай, а почему? Я говорю, ну жена-то к тебе не приедет же, судя по всему. Он, ну да, наверное, не приедет. Я говорю, а батюшка тебе не разрешит строиться одному. Я говорю, ты не нужен там будешь. Я говорю, тебе бы, говорю, тут рядом с нами бы пожить чуть-чуть. Вот, потом креститься он. А я уже крещеный. Я думаю, ну здорово живешь. Вообще ничего не знаю об этом. А по голосу, ну можно сказать, как будто он, мы с ним знакомы, ну лет 500, наверное. Я столько не прожил даже. И потом
дальше, в следующий раз, когда он приехал, это было через месяц, начал говорить про плоскую землю, я ему сразу сказал, я говорю, мужик, ты вообще не туда попал. Я говорю, с твоими познаниями, которые у тебя там в башке, я говорю, в твоей, ты не только рядом, рядом с нами находиться не можешь, даже на одной солнечной системе ты не должен с нами быть. Я говорю, вот у тебя пока еще не продал ты этот свой автомобиль, он здесь стоит у тебя. Я говорю, давай, цепляй и шуруй, говорю, в свою, на Ивано-Франковск. Я говорю, вы там, видать, все вот такие воспитанные на Майдане на этом. Ну что непонятно, как можно было такого обглодыша духовного крестить, я вообще не понимаю. Ребята, вы вспомните, вот я Надюшка сидит, Надежда передо мной сидит рядом. Помнишь, как ты пришла? Пришла вся в золоте такая, вся красивенькая, такая хорошенькая, как котеныш, котенок ваш. Думаю, какая маленькая, такая хорошенькая. Наташа вокруг, подожди, стой, стой, не подходи к ней, я только могу с ней разговаривать. Я думаю, ну правда, еще раздавлю духовно, в смысле. Потом поговорил, все. Сколько это было оглашено? Больше полгода была оглашена, рядом все знали. Так мы ее знали как? Она тут жила рядом с нами постоянно, ели, пили вместе, беседовали. Кто, вот возьмем, брат, ты сколько был оглашенным? 4 года. 4 года. Я тоже был больше полгода вместе с женой. По полгода. Так нас знали все, рядом все, вот тут рядом были. Я не знаю, как можно через интернет, просто поговорив по телевизору, и сколько уже таких ошибок было. Ой, смотрю, выходит Игнатий Тихонович, нос вот такой здоровенный, вот таким... Сейчас не буду говорить. Здравствуй, батюшка. Игнат Тихонович такой смотрит на Игнат Тихоновича. Это... У меня сын на компьютер модел. Дурачится какой-то, вот прямо глонет просто. Я думаю, как дать ему пощечину, как этот Никола чудотворец дал этому Варию. Через телевизор. Какой-то гаденыш вышел и издевается. Ну, Игнат Ильич, вот, это, говорит, какой-то, говорит, Шерлок Холмс. Смотрю, он заулыбался. Нормальный мужик стал, заулыбался такой. Потом опять, ой, опять начал в образ входить. Вошел опять вот эту, вот этот как-то вот так загибает он эту, вот так скобкой такой. Ну, кто видел? Кто видел? Это такая противная морда. Я думаю, или наспор, или просто свое актерское мастерство проверить. Но ты говорил коротко. Да, я коротко. Я поэтому говорю так. Давайте не будем к интернету относиться, как к своей семье, вот, где мы сейчас все рядом можем поговорить. Не надо быть вот такими, ну, доверчивыми до каких-то космических масштабов, не знаю, вселенной. Ну не могёт этого быть, ну нету этого уже, ну просто нету. Сколько приезжало туда уже людей? Ну... Один день побыл, другой неделю пробыл, убежал. Ну вот приехал Никита у нас здесь, вот. Никита вот был, слава богу, пока еще есть. Пусть будет. А что там дальше будет, непонятно. Дай Бог, пусть будет. Спаси Христос за твою заботу, брат. Игнат Тихонович, ваши реплики. Я на эти слова, которые говорили сейчас. Вот когда идут где-то занятия или что-то, там везде возникают споры. Вы вспомните, только в одном университете АГТУ мы вели занятия 18 лет. 18 лет это... И ни одного спора не было. А почему? Правила существовали определенные. Мы пришли учиться, не спорить. Записки подавайте. И отвечали они. И вот сейчас говорил Игорь Владимирович Дубунов об этом. И он зачитывает, а я отвечаю. Он считает то, что написано здесь в Евангелии, а я давал. То есть вот само правило. Оно правило это вначале не было принято. И Сергей вот, Пупков, Сергей Павлович, он прямо из рук выпускал уже все. А сейчас он поставил правило. Зашел там в ролик. Мне вопрос. Сейчас идут по Евангелию, а полчаса вопросы-ответы, любая тема. И я начал говорить, он прервал. Я говорю, ты задал вопрос, а ты прервал меня. Маленько понял, еще раз. Я говорю, все, 2 раза это уже система. И дальше я отошел. Другие вопросы не решаются. Я просто отошел, ничего не говоря. Повлияло? Повлияло. Сергей его раз на месяц запечатал. То есть взял под строгий контроль, как учителю положено. Но неделя-то прошла, и мне жалко. Я походатайствовал, говорю, распечатали. Так он доволен. Я уже не почувствовал. Душа моя в ад идет тут это. Теперь приходят люди, ничего не знают. Я скажу. Если каждый раз участвовать. У нас там одна девушка, она называлась Ривка. А теперь она приняла крещение Анастасия.
Ну, я скажу, девка. Ну, это вообще... Она столько знает, такие примеры, там, кто-то в спор где-то возник, они после этого там, в интернете, под скайпом, там, она говорит, а у Феодорита, вот во второй книге так написано, раз цитата, Феодорита, да кто это услышал где-то, что-то где-то, она раз в канон сразу. Она в университете учится и думала даже приехать к нам, не знаю, приедет или нет. Она была среди мессианских евреев. И теперь вот мы стали беседовать, она приняла крещение православное. Ривка заменила, теперь Анастасии ей дали. И где бы ни выступали, она слово. А теперь, а у меня вопрос такой. А вы, Сергей, задайте Игнатию Тихоновичу. Вот он говорит так, вот уверенно все. А он что, безошибочно всегда говорит? Или он за собой не осознает, что он тоже человек? И то есть она решила их испытать. А тут ей стали все отвечать. А подробно я ей ответил. По... вере я нигде ни разу не сказал неправду. Почему? Мне с первого дня Бог показал, что не надо придумать, я православный. Я стал теперь только заботиться, впитать в себя то, что церковь приняла, каноны все принять. Святые отцы, которые принять. И поэтому я не мог ошибиться. Почему? А моего-то ничего и нет, нет. А по жизни я ошибался сколько раз. Сказал, не оделся, я говорю, по погоде, а пошел, а град меня нахлестал. Перевели на час, а я не знал, и другому сказал... Опоздали на целый час сюда. Но это было неумышленно. По-человечески я ошибался, говорит Серафим Саровский, когда Бог покидал меня. А по догматике, по вероучению православный, он неуязвимый. Так что вот эту, заметьте, когда она выступает, Анастасия теперь. А я все, что они говорят, все это утром озвучиваю. Показывают. Она ссылается на такие материалы, она знает там при иудеев, древние, на каком языке, как это говорилось, женщина. Девушка, у нас, я не знаю, кто это так бы потянул, сколько она считает, и каждый раз все новое. Спор мужчины, и она споры решает. Раз, как припечатала где-то. Но иногда вопрос задают, я ответил, она только спаси Христос. Сергей, я дело говорю? Да. И поэтому, по одной не знаю, и второй сейчас появился, ну, у нас он тоже много блуждал, везде еврей, Евгений Трапко, тоже очень много знает, принял крещение, пришел. Мне говорит, Игнатий открыл дверь в православную церковь, он преддверник. Ну что ж, ладно, пусть и так будет. Он пришел, и он много знает. Среди евреев там бывает. Он, что коснется, все абсолютно знает и все показывает. Я только двух называю. Там есть люди, которые много знают. А другие молчат у нас вот на занятиях, в университетах. Это и хорошо, споров нет. Они пришли учиться. А когда считают вот здесь откровение, отец Геннадий Паст, он так подробно разжевывает, тут вопросов и быть не может. Даже какой вопрос, когда тут 436 страниц, только одно откровение толкует. Так что на занятия нужно смотреть, ну не только так, что нет ничего, и там это вроде бы или как, я не понял. Но вот это показывает. А другой задает вопросы только, а эти отвечают. А я только уже, когда никого нет, там вставляю слово. Это я немножко пояснение дал. Ну и правильно, что вы... Я не это сказал, что занятия не нужны, еще бы я это сказал. Да, вот да. Правильно я сказал, что просто даже если люди были в интернете, вы их видели, что если они сюда приехали, чтобы пожили здесь они, здесь конкретно, вот, чтобы их видели. А потом дальше уже давайте принимайте решение сами тогда. Ну дайте нам-то тоже на них посмотреть. А то вы одного не увидели, второго не увидели, третьего не увидели, четвертого не увидели. Батюшки их даете, он их крестит, а они потом хулу на всю общину и на всех нас. Не они, а он. Только один такой. Ну один, это еще, один. Не знаю, Марина Сергеева тоже туда же. Так, Сергей Павлович, объяви еще раз о занятиях, которые ты проводишь, чтобы знали люди. Ну вот табличка, вот мой скайп. Скайп это программа интернетная, где могут общаться одновременно много людей. Пупков Сергей, скайп, находите меня, пишите мне пометку на занятия. Я тогда включаю, и человек может присутствовать на занятиях. Или по ссылке. Или по ссылке. Есть ссылка, где наша группа, она называется, вот прямо она так и называется, занятия по изучению Библии, по толкованию святых отцов православной церкви. То есть название само за себя говорит. Вот что... А с Василием Лапкиным что, беседовали насчет этого, чтобы увеличить группу? Вот, значит, с Василием Лапкиным не беседовали, значит, мне Сергей Козлов посоветовал увеличить скорость,
Потом я поговорил еще с братом Петеримовым Виктором. Он мне посоветовал проплатить интернет. Я вот сегодня попытался там $5 закинул, но ничего не получилось. В плане том, что вот я 24, вот могу одновременно 24 звонить. И потом параллельно еще хоть до скольки могу подключать, подключать. Но каждый раз перед началом группы я вот, например, набрал у меня 50 человек, я их должен до 24 их поудалять всех, чтобы одновременно всем позвонить. Раньше я каждому всем звонил по одному. Тебе я звоню, тебе. Пока я, сейчас уже группа 24. А там такая функция есть, что у меня список-то есть, я сразу одновременно раз 24. А потом. Вот, да, потом и неудобство мне, потом, которые там люди опаздывают, опаздывают, они звонят, стучатся мне, я бывает, раньше-то не знал тоже, ну, как бы обучаюсь, приму ему, а вся группа, сколько раз у меня было, вылетела, одного принял, другая вылетела, вот, и тоже вот буквально, ну вот занятия-то были у нас, когда в пятницу, Лена Кинянька звонит, я говорю, а программа не пускает уже, опоздал уже, все, как притча о 10 девах, двери закрыты. А, о, жаль, я ей раз тогда ссылку, по ссылке, и ты тоже опоздал, я раз тебе ссылку даю, попробуйте сами. И человек тогда сам подсоединяется по ссылке. Вот. То есть ссылка, у меня доступ открытый, любой может подсоединиться. А времени ты не сказал? Время, значит, среда, пятница, воскресенье с 14... 16. Москвы. 14 по Москве. У нас в Барнауле будет 18. Занятия идут 1 час по толкованию. Сейчас проходим книгу Откровения. И вторые, потом полчаса, может больше даже, бывает иногда. Уже вопросы любые можно задавать. Игнат Тихонович на них с удовольствием ответит. Вот. Потом еще была задумка. Есть такая в интернете штука, называется... интернет-трансляция в Ютубе. То есть в онлайн времени, вот допустим, вот сейчас, если бы подключен в интернет, вот в это время нас бы могли смотреть миллионы. Но они не могут задавать вопросы. Вот в чем недостаток. У меня в группе, если 24 человека или там больше, то одновременно все могут прямо общаться, друг друга перебивать, хоть и перебивать нельзя. То есть ну, смысл как бы в этом. Поэтому в интернете вчера, ну ночью прям бессонница какая-то, прям встал я где-то часа, наверное, в 4. И вот пытался вот этот вопрос решить, что сегодня же воскресенье, у меня прям наплыв прям больше 50, все хотят одновременно. А программа не пускает, какую-то другую программу, ну, да, повторяюсь просто. По уборке скажу, уже второй месяц ни у кого не получается убраться, то болеют, то не могут, то еще... Сестры, я еще раз прочитаю Борисова, Цингава, Третьякова, Сокольских. Вы, если сами не можете, договаривайтесь с теми, кто может. Уберитесь, пожалуйста. Потому что все... Можно я скажу? Мы убирали. Вы же болели. Она говорит, что не убирала. Мы потом за кого-то убрали. Ну вот в этом году. Смотрите, да, как грязно. Убирали в этом году. Да как грязно? Где грязно? Ты что? Что грязно? А этот выходной, мы ходили, это приходили. Ну сюда. Есть тут чуть-чуть. Да, да, вот она говорит за уборками, говорит, не было ни разу. Ну как это не было? Это было до Нового года, мы же болели. После Нового года уже мыли. Крылышки там, что-то сметать, состашки, возьмите вот, здесь. На молитву пришла, я вот. Все пропылесосила, потому что мне невозможно один было грязь, молиться. Вообще. А жену чисто я не убирала. Спаси Христос. Кто не может, нужно меняться, замена еще. Дело в том, что здесь говорит, да. Я уже поменялась. Молимся. Да, слышно, есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без истрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца.
Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Преступление, занятие, позвоните мне, я вам помогу. Кому надо подмениться с кем. Я выберу время на неделю, приду, с вами уберу. Крылышки берите, вам что-то сметать надо будет дома. Бери, потом не будет.